Владимир Владимирович Путин уникальный человек в российской истории. Из всех правителей России только Ивану Грозному, пожалуй, удалось уйти и вернуться обратно. Но есть существенная разница. Для того, чтобы Грозный вернулся, из Москвы крест и ход с иконами по зиме просящих людей приползли буквально и кинулись в ноги. А здесь же все это превращается в фейк. И, Владимир Владимирович, для того, чтобы в памяти, а ведь вы великий человек, и чтобы в памяти народной о вас была хорошая молва, сделайте то, что сделал ваш предшественник Борис Ельцин. Отойдите. Уйдите на покой, вы устали, вам нужно отдыхать. Занимайтесь внуками, съездите к Юрию Михайловичу Лужкову в Лондон, погуляйте. Вы очень много работали, как раб на галерах. Настала пора отдохнуть, действительно. Я думаю, что в России еще есть 140 миллионов людей, среди которых мы сможем найти эффективного правителя. Россия не развалится, поверьте мне. Позвольте Господу выбрать будущее, не мешайте ему. Я желаю вам здоровья, долгих лет жизни и покоя. Не превращайтесь в Мубарака или Асада. Не становитесь Фиделем Кастро. Я думаю, что вы цивилизованный человек, вы видели мир. И добрая память – это лучший подарок, который вам общество может сделать, если вы сделаете правильные выводы, сделаете этот шаг сами.